Если вы иногда выходите в город или хотя бы туда, где есть стены, наверняка обращали внимание на странные наскальные рисунки, которые пока не интересуют археологов. А может, просто археологи не знают, что за такими шедеврами не обязательно ехать в Египет, их полным-полно и у нас. Правда, жековцы стараются и буквально на глазах уничтожают памятники культуры. Не знаю, куда он смотрит. Большинство таких рисунков, конечно, не так, чтобы очень ценные. Домой забрать не хочется, по крайней мере. Какие-то пестрые надписи, еще неизвестно, что там написано. Может, заклятие какое? Ну его. Но иногда в совершенно таежных местах попадаются шедевры живописи. Так вот и я проезжал на велике мимо дома, где жил маленький Бэнкси. Вы только посмотрите на этот чудо-портрет. Трехглазый стерео-мужчина. Наверное, это был папа Бэнкси. Уж больно реалистично выглядит этот человек. Признаться, дом уже довольно сильно обветшал, с тех пор, как разбогател Бэнкси, художник здесь не появлялся. Но папа еще висит, и, судя по всему, экспозиция продлится до тех пор, пока ценители современного искусства из ЖЭКа не подгонят экскаватор. Ну как вам, нравится такое искусство?